Почему на всю голову? Все началось сначала, когда пришла задумка создать место максимально простое и комфортное, без гламура, пафоса и лоска. Потому искали для себя название броское, не лишенное самоиронии. Захотелось разрушить стереотип, вот навязанный коммерческими парикмахерскими. Знаете, все эти гламурные плакаты с лощеными тетками, блеск витрин, громкое название стилист, которое, в общем-то, не всегда соответствует действительности. А нам самим не хватало места с какой-то такой домашней атмосферой, где можно свободно передвигаться в пространстве, болтать на разные темы, ну или просто в уголке сидеть, книгу читать, кому как нравится. В общем-то, так и родилась студия с интерьером, где вся мебель была придумана и создана из дерева своими руками. Спасибо нашим друзьям за помощь. И когда собралась команда парикмахеров, молодых и целеустремленных, мы начали их обучение. И теперь, когда к нам приходят новые люди, новые работники, мы их обучаем в соответствии со своей, с нашей концепцией. Мы считаем, что главное в нашей деятельности – грамотность и честность. Для своей работы мы выбрали технику точных стрижек. Эта техника, она мало распространена на просторах СНГ. Она очень кропотлива в обучении, достаточно сложна, но она позволяет простраивать такой классный дизайн из волос, который будет носиться очень долго и не требовать постоянных колоссальных усилий в укладке. В общем-то, с такой формы можно ходить до 3 месяцев. В окрашиваниях волос мы придерживаемся принципов международной колористики. Обучаем своих мастеров грамотно составлять колористические формулы, чтобы добиться нужного результата. Вникать в суть химических процессов, например, что происходит во время окрашивания с волосом, сколько работает аммиак. Не станем гнаться за цветом в ущерб здоровью волос. Наш долг – донести до наших клиентов ту информацию, которой владеем мы, ознакомить их с модными веяниями раньше остальных. Может быть, тогда мы перестанем отставать от всего мира? Thank you.